приятно иметь дело с туристической фирмой Estravel, потому что если я отдыхаю, то это всегда связано с новыми впечатлениями, с новыми местами, с какими-то открытиями, с новыми эмоциями. Но чаще, конечно, я связана с фирмой Estravel по работе. И зачастую многие мои такие рабочие проблемы я решаю именно с помощью своих коллег из этой фирмы. Например, спектакли, которые мне нужно посмотреть в разных уголках Земли, потому что долететь, допустим, до Новосибирска достаточно трудно, а прилететь в Вену, чтобы посмотреть спектакль Новосибирского театра, это уже полегче. И, конечно, я летаю в разные города, чтобы посмотреть спектакли, чтобы отобрать спектакли для фестиваля в Таллине. Фестиваль проходит уже 14-й раз в Эстонии, и, конечно, за эти годы приходилось передвигаться в самых разных направлениях, и всегда Estravel помогал в этом. Я думаю, что наша работа и на других проектах была успешной во многом благодаря помощи наших замечательных партнеров, потому что, допустим, Евгений Гришковец, прекрасный актер, режиссер, писатель, который приезжает к нам последние 4 года, он пользовался исключительно услугами Estravel. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы мои передвижения были более разнообразными, чтобы они были более частыми, но это, конечно, зависит от стиля моей жизни, потому что больше я, конечно, работаю, чем отдыхаю, но когда я отдыхаю, это всегда безупречное обслуживание, это всегда лучшие билеты, и впечатления, которые я получаю от этих поездок, они вдохновляют меня на новую работу. И я надеюсь, что моя работа, которую я делаю здесь, в Эстонии, показываю спектакли, концерты, она вдохновляет других людей на жизнь. Может быть, мы все вместе сделаем эту жизнь более прекрасной, с прекрасными эмоциями, с прекрасными связями. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем работать так же успешно. 30 лет – это замечательный возраст, это возраст зрелости. И хочется пожелать нашим партнерам, фирме Estravel, творческого долголетия, как это обычно желают в театральной среде. Хочется пожелать процветания, хочется пожелать людям, которые работают в этой фирме, чтобы они получали удовольствие от работы, чтобы они гордились своей фирмой, чтобы всегда с радостью и удовольствием шли на работу. И чтобы круг клиентов все время ширился, и чтобы клиенты всегда были довольны вашей работой, как довольны мы.